Экскурсия на Крымский мост. Увидеть стройку века своими глазами теперь реально. Таманский музейный комплекс презентовал специальную экскурсию. Она начала работать на прошлой неделе. Идея у музейных сотрудников возникла после того, как в интернете стала появляться противоречивая информация о строительстве нового объекта. Поэтому было решено провести для всех желающих ликбез. Начинается он в здании музея, где экскурсоводы рассказывают историю моста. Отдельный раздел посвятили подготовке к строительству и археологическим находкам, которые вошли в экспозицию хранилища. Затем все отправляются на смотровую площадку с видом на масштабное строительство. Правда, пока эта услуга доступна тем, у кого есть свое авто. Путь занимает не больше 10 минут. Экскурсии будут работать по вечерам каждый четверг. Напомню, строительство Крымского моста началось зимой. Запустить автомобильное движение планируют в декабре 2018 года, а поездов в 2019 году, сообщает портал «Крымский мост».